Хорошо выспался. Так, ну-ка, надо посмотреть, что сейчас в интернете вообще творится. Так. Ну, это понятно. Так, надо посмотреть страницу моего канала. Давно я ролики не выпускал. Хорошо, что мне пока это... Еще в комментарии никто не нажаловался, что роликов нету. Ладно. Посмотрим, что это у нас тут есть. Так, ну-ка. Когда у меня прошлый ролик выходил? Так, надо это уже изменять. Так. Так, а чё, какую бы идею придумать? Так, окей, пойду я сначала, наверное, покушаю. Надо что-то делать, надо что-то делать. У меня за май, за вот это все начало лета ни одного ролика не было. Возможно, я, конечно, в мае какие-нибудь шорты делал, но это вообще никуда не годится. Так. Так. Еду у меня... Так. Так, может, наверху что есть? Ничего нету. Придется на голодный желудок все делать. Зачем я вообще этот дом арендовал? У какого-то левого челика. Ладно, надо идти. Так. Почту надо проверить. Серьезно, у меня никаких писем не было? Чтобы сделать какой-то ролик? Что? Ладно. Вот моя сцена. Я ее специально подготовила заранее. Ага, тут пока что ничего не завяло. Так. Так. Ну что ж, оператор готов? Поехали! Так, погодите. По-моему, что-то темновато тут стало. Вот так, наверное, вам будет лучше. Поехали! Всем привет, мои дорогие друзья, с вами опять я, Герман, и этот момент настал. Сегодня я буду вам отвечать на ваши вопросы, на ваши комментарии, но не просто, а в Майнкрафте, да. Так, попрошу вас подписаться на мой канал, те, кто не подписан, и поставить под этим видео лайк, потому что я буду знать, что вам такие видео будет очень нравиться. Не обращайте внимания на мой скин, просто я его пока не успел сделать, так что ждите, скоро у меня будет скин, который будет выделяться среди остальных. Ну ладно, поехали. Так, значит, комментарий оставлял. Значит, Драник ТВ пишет: «Поже, выпусти ролик про реакцию на Луна Фортуна, второй раз прошу». Писала мне под ролик «Давайте добьем подписчиков». Так, значит, Драник ТВ, обязательно сниму реакцию на канал Луна Фортуна. Обязательно сниму, не переживайте. Хотя, если вы хотите, чтобы я тоже на ваш канал сделал реакцию, обязательно мне пишите, я все ваши комментарии читаю. Так, что там дальше пишут? Писал Валдраман 8 под видео «За кулиси», первая часть. Уровень карьер. Да, Герм, со школы шел. Да, кстати... Да вы серьезно? У нас небольшие технические
Неполадки. Скорее камеру выключай, она сейчас сломается. Так, окей. Что у нас там дальше по сценарию? Вы это... Я не понял. Вы кого впустили сюда? Давай уходи отсюда. Давай! Так, у нас дальше по сценарию что? Значит... Да, про первую часть, как я попал за кулиси, это я, короче, шел со школы домой и, ну, типа, по приколу заснял вот такой ролик. В принципе, ничего необычного. Так, следующий комментарий писал под ролик шортс мистер Бомбастик, писал активный код Офикл. Значит, активный код пишет. Эти руки... Первое, это для VR, так что колпачки не подходят. Активный код, спасибо за комментарий, но я брал эти руки и от другого блогера, русского. Он там распаковал эти руки, и они не для VR, это просто такие прикольные руки. То есть он сам там их скреплял, надевал и показывал. Я взял этот ролик и прикрепил вот свой ролик, где я надеваю фломастеры на руки. Так что это руки не для VR. Так, дальше. Значит, активный код пишет под роликом, где я там рассказывал про наш YouTube House и про сериал мой. Значит, он пишет. Это же какой город ехать, чтобы в хаос попасть? В хаос можно попасть даже просто онлайн, если это... Если ты живешь далеко, просто можно это мне написать, я там со своими пацанами посоветуюсь, пустить тебя туда в YouTube хаос или нет. Так, дальше. Эволюция моих заставок под роликом пишет опять активный код. Говорит, ему каждая понравилась. Мне некоторые понравились. Мне особенно понравилась та заставка, которая была из Мегаловина Undertale. Так, ну это у каждого свой вкус. Так, дальше комментарий пишет. Восьмая часть ролика «Зомби-апокалипсис». Тёмыч летсплей пишет. Крутой телевизор с помехами. Да, это телевизор с помехами. Он, короче, я играл на серваке и записывал этот ролик на серваке. Это специальный сервак про апокалипсис. Там зомби ходят. Ну и, конечно, для меня такой сериал снимать было очень трудно. Если вы хотите, чтобы я рассказал, как я снимал свой сериал «Зомби-апокалипсис», конечно же, ставьте лайки и пишите об этом комментарии, обязательно расскажу. Вот, ну это телевизор с помехами, просто обычный блок. Так, так лучше. Опять под роликом мистер Бомбасик пишет активный код. Во-первых, я слышу мистер Пухнастык Попа Фантастык. Во-вторых, я недавно сбежал с психушки, где учат грамотностью. Это школа, что ли? Конечно, я шучу. Так, можете вы уже скакать в другом месте? Я тут ролик записываю. Или вам по-другому объяснить, а? Давайте, давайте, уходите, уходите. Давайте, давайте, давайте. Да куда ты пошлю? Ну ладно, пошел. Значит, насчет первого. Ну, это каждый там свой слышит, и лично там, по сути, это мем такой мистер Бомбастик, опа, фантастик. Ну, вообще.
Я не знаю, как ответить на этот коммент. Ну, типа, слышь и слышь. Ладно. А во-вторых, то, что сбежал, это молодец. Попробуй еще сбежать из Саратова, будет вообще супер. Так, дальше. Под роликом шок-контент написал мистер Горошек. Кстати, да, обязательно подпишитесь на мистер Горошек. Он тоже один из участников нашего YouTube хауса. У него подписчиков много, так что скорее на него подписывайся. У него там в основном он снимает шортс. Так, ну значит, мистер Горошек пишет. Что вы без меня гуляете? А тебя никто не звал. А, так, значит, потом пишет. Потом Гога пишет. Под тоже спойлерами. Вы что творите? Оператор, дайте мне это адрес Антона Гоги. Сейчас мы пойдем разберемся, кто тут есть. Кто тут на букву Н? Так, значит, потом пишет. Уйдите отсюда! Ну все, прекрасно. Так, значит, я писал пост, сменить ли мне название моего канала на английский язык. Типа у меня круглые игры, а на английском это будет Round Games. Большинство сказало, что лучше мне оставить свои круглые игры, и активный код тоже написал. Оставь круглые игры. Так. Ну и, конечно, там я не буду выделять тех людей, которые просто писали мне комплименты, лишь я буду выделять людей, которые мне прям писали длинные тексты с моими пожеланиями, чтобы там у меня все было нормально. Что с тобой делать, дождик? И что с вами делать? Я не знаю. Так вот, те, кто писал длинные тексты с пожеланиями, чтобы у меня канал продвигался, я, конечно, их буду выделять. Ну, такие комментарии, где топ, ты крутой, там все дела. Я выделять не буду, просто скажу им большое спасибо. Это меня очень сильно мотивирует и вдохновляет. А на этом я, наверное, буду свой ролик заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, и тогда я сделаю вторую часть моих ответов на вопросы. Вот, так что всем удачи и всем пока-пока. А теперь... Иди сюда.